Знаешь, что я сделаю с этим сердцем? Знаешь что? Возьму и... попробую вызвать из него покемоны. Райчу, вызываю тебя! Всем привет, с вами Войс, и сегодня мы поиграем в игру под названием... Сегодня мы поиграем в игру под названием Surgeon Simulator. Будем хирургами! У-ху! Всегда хотел! У-ху! Кого-нибудь порезать! Нет, я не это имел в виду. Я всегда хотел это делать, боже мой, смотрите, как весело все кидать, просто кидать. Телевизор-то не работает. Не работает телевизор, ну и на тебе телевизор, понял? Что ж, неудачник, пациента зовут Боб, и сейчас мы посмотрим. Только у меня опыта нет, я единственное сегодня салат утром резал. Пойдет? У вас все такие? А, ну ладно. Кто вообще с этим работает? Вдруг мне захочется плюнуть в него? Что ж, давайте посмотрим, в чем ваша проблема заключается, Боб. По мне так все нормально, ладно, я закончил. Тут вроде ничего делать-то и не надо особо, ну... Но вы же хирург! Ну и что? А мне пофиг. Куда вы? Стойте! Твои ребра как будто ксилофон. Ух ты! Я за что-то захватился? Смотрите! Тяни! Ребра! Вау! Боб, смотри! У меня есть твое легкое, видишь? Я тебе новую подушку нашел, Боб, смотри, ложись, вот. Ложись и лежи. О, здорово как, ой, о, вторая подушка. Как тебе, нравится? Теперь ты на слона похож, какие у тебя уши большие. Ой, 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 кровь идет. Эй, шприц, мне нужен шприц. Шприц, ну, блин, ой, ну помоги мне. Да не пила, мне пила не нужна, ему сейчас, все сейчас там на... Часы улетели, боже мой, что происходит вообще? Дискотека в операционной? Ладно, нам надо как-то с этим заканчивать. О, боже, все поплыло. Вон, что-то надо отрезать. Отрежь ему что-нибудь. Ладно, сейчас отрежу. Мне кажется, мне надо уколоться. Я не думал, что когда-либо в жизни я такое скажу, но не надо. Ух, все нормально. Вау. Порезал. Как я грамотно порезал. Вы видели это, боже мой. Пикачу, выбираю тебя. Ну и почему это не сработало? Главное попасть, главное попасть. О, попал! Как это было быстро и очень просто. Может быть, мне стать хирургом? Знаешь, что я сделаю с этим сердцем? Знаешь что? Возьму и попробую вызвать из него покемона еще одного. Райчу, вызываю тебя! Оно мне помахало. Не совсем то, что я хотел сделать, но... Ладно. Прощай. Эй. В смысле? Что не то? Эй. Подожди, как так? А что? А, ну вот. Что это было? Я не знаю. Выглядит нормально, вроде бы. Подумаешь, у тебя нету пару легких, печени, селезенки и... Ребер тоже как бы... Ну, они технически есть, просто они не в том положении, в каком должны быть. Сам соберешь дома. Склеишь. Клей есть? Клей-момент купи. Здесь есть гребаный томагавк. Томагавк здесь есть, смотрите. Готов? 3, 2, 1. У-ху! Бам! Какая жесткая нагрузка. Да вообще нагрузка, слов нет. Я вот пытаюсь погладить его томагавком, не по... Томагавк стоил 100 долларов, как мне теперь не грустить, он улетел, и все из-за тебя! Ежегодно при пересадке головного мозга в мире исчезает 1,5 томагавка в год. Хирурги, задумайтесь, может быть лучше стоит взять бензопилу? Попробуем новый способ. О, хорошо, хорошо пошло. Ой, тебе немного ухо, по-моему, там отсверлил, но ничего страшного. Зато будет все нормально с головой, надеюсь. Ты какой-то урод, давай тебе сделаем пластическую операцию, я вот... Вот мне не нравится твоя перегородка на носу. Давай ее подпилим немножко. Вот, вроде бы, теперь другое дело.
Такой же урод, правда. Воу, кровь, ты куда? Подожди, кровь, ты не иди так далеко, ты не беги. Слышь, ты где? Где кровь вообще? Я с ней поговорить хочу, почему она так утекает быстро? Подожди, успею. Да успею, я же мастер, наверное. Нет, я, как? Давай. Не то шприц, а, ну пошел ты вон, понял? Смотри, он теперь у тебя в щеке застрял. Ну и что ты будешь делать теперь с этим, а? And it was going so well. И все происходило так хорошо? Да ладно вам. У меня томагавк улетел, и теперь шприц улетает ему между ног. Вот что здесь хорошего? Ты даже поговорить со мной не можешь. Где твои манеры, скажи? Забыл? А мозг дома не забыл? Вот его, кстати, кто-то принес. Мама, по-моему, твоя. Стук. Кто там? Это я. Кто я? Смерть твоя! Я еще хотел быть доктором. Почему музыка такая грустная, как будто я кого-то здесь убиваю? Всего лишь пытаюсь магавком открыть ему череп. Почти в бейсбол сыграл. Аккуратно. А! Нет, стоп! Не так аккуратно, не совсем так, как я хочу. Ручка! Может быть, это за шприц сойдет? Я не знаю. Готов? Принимай! Нет. Давайте я автограф напишу. Сделано с любовью. Люблю войс. Что-то он побелел как-то. Слышь, очнись, ты сейчас умрешь. Очнись. Эй, стой, Боб, не умирай. Боб, чуть-чуть осталось. Боб, очнись. Я тебе сейчас... Дрель, стой, дрель, подожди. Стой, дрель. Инструментов, это немыслимо, и дрели, томагавк, и ручку потеряла, еще, блин. Смотри, у меня есть твой мозг. Будет обидно, если с ним что-нибудь случится. Стоп, стой, держись. Я этого не хотел. Он у тебя там в ногах лежит, подай мне его, пожалуйста, Боб. Ну, Боб, а я тебе за это сделаю операцию. Я не совсем знаю, что у нас что, но... А знаешь что? За все мои труды, за всю мою работу, ты мне ни разу не сказал спасибо. Знаешь, что я готов сделать для тебя? Раз, два, три, четыре. Ха-ха! Ну вот, в принципе, и все до... Не беспокоить, когда говорю со своими ребятами. Ну вот, в принципе, и все, дорогие друзья, и если вам действительно понравилось, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях и напишите, если бы вы хотели видеть продолжение, потому что нам еще можно выполнить несколько операций наподобие операции на глаза, на зубы или на почки. Спасибо большое за просмотр, с вами был Войс, увидимся в новых сериях, пока!